То, что он там, он его сам... Это же агрессивная езда по тротуару с наездом на пешехода. И вот тот Hyundai тоже. Номер передан. И последний, вот перед тем, как вы приехали, это вообще гадор был. Куда он пошел, не знаю? Ну, нет. А этот не знаю, куда пошел. Этот наглый, ну, так, если вы же были. Он сюда зашел куда-то, сказал, что здесь где-то живет. Вот смотрите, вот куда она сейчас будет ехать? На нас прямо, да? Она сюда не будет ехать. Она просто вас увидела и сюда не едет. А обычно, когда вот мы стоим, разговариваем, они вот выезжают и прямо сюда вот выезжают. Я сколько раз здесь в очереди на почте стою, вот стою, стоят, и вот они выезжают, и надо... Вот этот еще. Здесь же тротуар, вот куда они едут? Мужчина, здесь полиция стоит, куда вы въезжаете? Здесь тротуар. Здесь нет парковки. Люди стоят. Прямо по людям, давайте. На почту въезжаю. Вот куда он будет ехать? Назад, мужчина, здесь тротуар, вы что? Прямо при сотрудниках полиции. Ездит по тротуару. Пытается. Удивительная ситуация. Вот такие у нас автолоси. Катаются прямо по тротуару при сотрудниках полиции. Василий Александрий, 17, почта Молдовии.